Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. И сегодня тема лекции видеоурока, следующая точка R3 Тайси. Помощь при, скажем так, нарушениях чувствительности кончика языка. Вот человек сидит, приготовила супруга хороший суп, он подогретый, горячий. Человек ошпарил кончик языка. То через точку R3 Тайси мы можем что? Привести кончик языка в норму. Когда еще может себя проявлять негативно состояние кончика языка? При всех заболеваниях сердца. То есть при всех заболеваниях сердца бывает, что кончик языка немеет. И через точку R3 Тайси вы можете повлиять и как на сердце, и как на состояние кончика языка. Мы будем читать лекцию, как точка R3 Тайси помогает также при всех заболеваниях сердца. Так что будьте внимательны. Но помните, если у человека есть негативное проявление кончика языка, мешает человеку это состояние, то через точку R3 Тайси вы можете поправить дело к лучшему. Главное не лениться и воздействовать на нее. Спасибо за внимание.